Ярмарка, ярмарка! Дорогая ярмарка! Артистов встречайте! Сказку внимательно! Слушайте! Хлопать разрешается! Смеяться разрешается! Уходить запрещается! Посмотрим, что солдат придумал.
сосна поднялась, птичка синичка за все напилась. Зайка за капусту, мышка за норку, овечка за молоко. А солдату нашему запахло. А на нашей ярмарке не надо ничего изобретать, потому что компания Coral Club вместе с фестивалем Ай Здоров предлагают много интересной продукции. Бррр, как пахнет рыбий жир. Так считает детский мир. Но дети, в нем есть каротин и много-много-много-много чего хорошего. И вы знаете, наука меняется в мире. И вкус сменили в рыбьем жире. Стал жир по вкусу апельсина. В нем стало больше витамина. И вот теперь жир просят дети. Нам апельсинки дайте эти. Сегодня рад весь детский мир. В трех апельсинах рыбий жир. А давайте-ка посмотрим, как же солдат будет варить кашу из топора. Мне помощник пригодится, бабка, принеси водицы. Эй, котенок, эй, щенок. Ну-ка бежим за водицей. Чудо-водица и у нас. На фестивале водится это коралловые саше, которые очищают воду. Вы только представьте, кораллы санго на дне морском растут. И с пользой моря в каждый дом придут. И мамы в восхищении всегда. Какая чистая вода! Коралл водичку очищает, полезными элементами наполняет, убрал ненужное в воде. За это мы его везде с собою носим, на в дорогу, в сад и в школу. Нам Coral Mind очистит воду и вторит мамам детвора. Какая вкусная вода! В общем, дело не хитро. Котелок кладем в топор, заливаем до сих пор. А теперь поставим печку и подождем маленько. Долго ждать так. Не спеши, лучше, бабка, ты спеши. Эх, была я молода, вот сплясала бы тогда. Помогут сохранить силы и энергию как взрослого, так и ребенка. Замечательный продукт – конфетки на основе фрукта папайя. Представляете, папайя растет в дальних-дальних краях, на небольших деревьях. И люди эту папайю везде в еду добавляют. Сырую едят и тушат, и варят, и жарят ее. И как часто бывает, что деревом хлебным ее называют. Прогресс нам помог папайю собрать, конфетками вкусными вас угощать. Неспешно прожуйте после еды папайи чудесные. Эти плоды. Щенок, а давай-ка узнаем, как там каша у солдата. Вкус, аромат особый. Всем бы кашица взялась, да без соли не мила. Папа,
посолить? Да а это ж можно! Можно посолить, мама! А где у нас соль-то? Не пора ли есть топор?
Московского района. А ветинки? И творческие товарищи.